Привет всем. Я хочу сделать маленький сюрприз моей жене. Я устрою ей такой маленький день Валентина вечер. Она очень уставшая, измученная после работы. Вообще, голова болит на всю. Хочу сделать ее счастливую. Сейчас буду открывать дверь, и у меня в руках цветочки, пицца и еще там что-то другое. Будет у нас такой праздничный день Валентина вечером. Я только что пришел с работы. Сейчас буду открывать дверь и посмотрим ее реакцию. Сейчас дайте секундочку мне. Извините за камеру. Я дома. Зайка. Откроешь мне эту штучку, зая? Вася, папа дома, иди сюда. Милая. Привет. Ты всегда меня записываешь. Да, день Валентина. Новая красивая розочка. Васька! Спасибо. Иди посмотри, Вася, что смотри, у тебя. Папа купил розочки маме. О, папа, домик маме. Какой у нас. Это нельзя показывать. Меня нельзя было показывать. Иди сюда. Иди сюда. Еще за шорку. Okay. Давай, закрой глаза. Закрой глаза. Присядь на коврик. Okay. Давай, открывай пакетики без... закрывай глаза. Открывай. Посмотри. Пицца, мы сегодня будем есть? Да. В них настоящий сок есть. Это той, который ты большой куплял нам? Не, это другой. Васька! Да, доктор Пеппер твой любимый. Доктор Вандер, который я в Мишигане любила. И вот эти. Огромный есть пакет тебе. И что еще? Фитлы, а смотри, фитлы. Это как смуди. Это не простые. Да. Вася, смотри, скидывала с папой. Смотри. Васька. Васька, мама счастливая теперь. Иди сюда. Иди папе. Вася. Иди папе. Вася, дай пять. Видишь, он пытается говорить что-то. Вася! Дай пять. Дай пять. Молодец. Вася, смотри, медвежонки. Вася, медвежонки. Ну и все, на этом все. Спасибо.